Всем привет, дорогие друзья, с вами Йорн. Сегодня делаем открытие на аккаунте игрока Санитарика. В общем, его аккаунт уже попадал как-то в видосы на моем канале. И сегодня мы будем усиливать после всех вот этих событий, эвентов и накоплений. И знаете, что я заметил? Что после патча 1.61 кому-то везет больше, кому-то меньше. Вот сегодня мы и посмотрим, как повезет Санитарику. В общем, Семен, тебе привет и спасибо за твои накопления. Давайте быстренько окинем взглядом, что у него есть, и потом начнем открывать. В общем, в людишках надо докачивать, получается, Сесилию. Также там в списке стоит Тейн. Да, там стоит Тейн, зубочистка. Вот, и вроде еще там какие-то герои стоят. Но список сейчас покажу. Но ближайший герой, получается, по прокачке как раз-таки Тейн и Сесилия. Правда, на Сесилию надо 4 копии. Ну и Пегги новенькая там по-любому стоит. В громилах надо докачивать Нумису, Варека, Вурка, Скриата. Также есть, получается, копии на Сатрану, на Антадру надо еще 3, на Аноки надо дофига, а на Дреза надо 5. Вот такие вот дела. И в лесниках на Лурсанчика надо еще 2 копии, это вопрос времени. На Раку 6, на Пипу 3 штуки надо еще, и она будет собрана. По другим героям пока непонятно. Ну вот, как бы Посейдон, я не знаю. Я не знаю, потому что мне вот, допустим, Гарво нравится больше, чем вот этот вот Сейрус, честно. Но это чисто мое личное мнение. Ну и также есть пару копий на Солису и на Кас. И что у нас в могильниках? А в могильниках как раз-таки и надо докачивать кого? Одина, также Изольда. На Изольда 2 копии не хватает. На Нару все копии есть. Угу, но самое главное, что прокачан Деймон. Смотрите, Сайлас, мы его тогда еще прокачали. И надо также потом будет прокачать Кельтура и Теовин. Это очень хорошие два героя. Вот, Костяного, Скелета и Бадена я бы качал, наверное, в последнюю очередь. Ну и если будет падать Изабелла, тоже будет хорошо. Она вроде в списке стоит. И в Небесных мы будем докачивать, получается, Феникса Талену. Да, то есть поднимем ее до мифика. И еще постараемся поймать 2 копии Матраса. Тем более здесь ни одной копии нет. Вот такие вот дела. Но в пространственных все герои есть, которые у нас доступны, кроме Юкио. Это хороший знак, потому что все эти герои, каждый по-своему хорош в определенном режиме. Все, давайте покажу вам список желаний и начнем с вами бомбить. В общем, список желаний вот такой. Могила, лесники, громила, людишки. Все накопления видите сверху и начинаем открывать шарды. Еще есть 6 фиолетовых карт и несколько сундучков. В этом Лукреция или The Frail. Тут, скорее всего, на выбор пойдет Укун, ну да, или Солиса. Сатрана уже все копии есть, но Укун как бы зашел бы вообще великолепно. И здесь 3 героя на выбор. Ну, надо посмотреть, кто будет падать, пока этот сундук рано трогать. Вообще рано трогать. Все, открываем шарды. Давайте по, наверное, я не знаю как. Ну, по 27 разделим, да, вот так. За Фраэль, вы серьезно? Так, видно, что хорошо шарды дали, потому что я вижу Грежо, он идет на звезды. Потом также вот этот замечательный герой, это вообще просто имба-герой. И ее надо собирать после, наверное, даже Феникса и Твинов. Альна вообще крутая. Также вижу Шемку, Изабелла, это очень хорошо. Дресс, Аноки, причем 2 копии. Белка идет на звезды, Изабелла пригодится, Нара тоже идет на звезды. Ашемир 2 копии упал. Ну, зачем ты падаешь? Также упала Пегги, Зафраэль, Ящерка, Брутус, Немора. Остальное тут плюс-минус корм. Второй заход. Надеюсь, он будет не хуже. Тут мы видим Одина. Это хороший знак. Также Солиса, Деймон, Райна пригодится. Лика идет на звезды. Саурус в копилочку. Причем Райна 2 раза упала. И вижу Изольда с Одином. Это тоже очень хорошо, друзья. Очень хорошо. И Феникс упала! Офигеть! Офигеть! Нифига себе приподнял-то список, да? Смотрите, Гвинет, Сатрана. Сатрана тоже на звезды. А Антадра, кстати, нужна. Но то, что Феникс упала, это бодренько. Это бодренько. Мне это нравится. Места у нас на героев тут достаточно. И, конечно же, это очень круто, что так получилось. Тем более, Феникс нужна. И сколько получается? То есть 3 копии, она уже будет на мифике. А у нас там где-то около 120 астрокарт. 130, если быть точным. Ну все, все. Мне нравится, как падает. Давайте начинать, наверное, с простых свитков. Погнали. Надеюсь, что будет даблы и триплы. Падает Один.
Это очень хороший знак. Тут же и Раку. Бешеный енот. Со своими орешками, которые он об одно место вытирает. Ну, присмотритесь просто, вы поймете, о чем идет речь. Сесилия. Пока все идет хорошо, друзья. Прям как надо. Так, это двойничок. Изольд и Скриат. У-ла-ла. Изабелла и Нумису. Где-то такое я уже видел, да? Помните большой призыв, недавно вышедший на канале? В подряд два двойничка упало. Это как? Как? Ништякосы. Пока я доволен. Еще 216 свитков. И есть фракционные. Лурсанчик начал падать. Зайчишка ты наш. Угу. Так, еще дабл Нумису и Пипа. Пипа уже не первый раз падает. Снова Скриат. Блин, прикольно. Прикольно. Так, на Пипу осталось две копии. Искрят, попугайчик. Зашибись. Зашибись. Почему часто так смотрю? Потому что не хочу пропустить лишний раз какого-то героя подсобрать. Но я уже сбился со счета, сколько раз нам упали даблы. Вы просто сами все видите, друзья. Как они прям так бодренько-то нападали. Зайчика убираем. И ставим сюда, наверное, Горво. Да. Вот, в аккурат он вообще сюда зашел. Крутой танк с агром. Мне он нравится. Плюс 20 прокачали и уже дает профит. Гортрус. Небесный танк, спасибо. То есть сначала падает Феникс, потом Альна. Теперь еще и Ортрус. И еще и Райна упала. Но у нее тоже там было очень много копий. Надо посмотреть. Потому что, в принципе, можно там заменить кем-нибудь другим. Так, Райна, Райна. Раз, два. Пять копий на нее, да? И больше копий, в принципе, нет. Ну все, пусть стоит дальше. 56 свитков. Надеюсь, еще тройничок упадет. Изабелла. Это шестая копия. Осталось еще две. Так, Иса, Алиса, сказочное чудо. Что-то тут еще можем забрать? Нет, друзья, здесь ничего больше нет. Давайте откроем эти оставшиеся 6 свитков. Блин, крутой призыв свитков, мне прям зашел. Напишите, как вам. И напоследок Фиолет. И первая копия Элюарда. Хорошо, хорошо. Теперь идем в Астрозал. Так, Феникс тут стоит. Напоминаем, что надо всего 3 копии, да? Посмотрим, как, конечно, пойдет, но все астрокарты, наверное, сюда и уйдут. Ну давай, родная, упади. 3 шмотки, вы серьезно? Офигеть, все с фракцией, прикольно. Давайте поставим скорость x2, по той простой причине, потому что так как-то мне более удобнее открывать. Не такая дикая скорость. И можно хотя бы увидеть, как там вообще идет зачитывание вот этого заклинания над шариком. Ну что, ты падать-то будешь? Нет. Две карты на людишек. Вот она. Одна копия. И еще надо две. А у нас 60 астрокарт. Так, всякая чушь падает. Ну ты серьезно, давай, давай, давай. Опять две карты. Угу, вот она, вторая копия. 130 астрокарт и всего две копии Феникса. Да, давно я такого не видел. Что-то астрокарты вообще вот... Я не представляю, честно, сколько я раз уже это говорил, повторяюсь, наверное. Люди, которые тратят бабло, вот я прикалываюсь, когда они 8 косарей закидывают, получая 35 астрокарт, там сколько-то кристаллов и ничего им не падает. Это, конечно же, жесть. Ну, что? Пришло время крутить кристаллы, потому что нам нужна еще одна копия. Две карты фиолетовые. Так, карта на лес. Я думаю, что матраса накрутить не будем, потому что лучше в простой призыв.
Ну, чё за дичь-то такая происходит? Очень много съедает. Вот он, наконец-то падает эта копия. И она получает свой мифик. Ну, там прокачка персоналочки будет уже пободрее. И на фору надо еще 3 копии, да? Но не, матрас-то он вообще, он просто мимо пройдет. А призыв за 3 косаря есть? Да, есть. Поэтому, ну, как бы не камильфо тратить просто так кристаллы. Если уж честно. Давайте посмотрим, что здесь. Так, до следующего созвездия еще далеко. Целых 4 героя. Но, в принципе, мы рядышком, друзья, мы рядышком. И через 23 дня откат. Поэтому мы можем оставить 40 тысяч кристаллов, остальные пока потратить в простой призыв за 2700. Давайте так и сделаем. Поставим обратно скорость X6. Так вообще некомфортно. После скорости X6 вообще все некомфортно. Кажется, какой-то замедленная игра. Тормознутый. Так, капюшон-то еще нам подарил тут разные плюшки. И погнали по 2700. Угу, дресс. Ну давай, давай, давай. Салиса. А могильники-то будут падать? Нет. Ну, родненькая, давай. Снова дресс. Читинг на дресса, короче, пошел. И падает Пегги. Еще получили одну фиолетовую карту, и также сундуки. Очень все вкусненько. Ну, видимо, сам Бог велел нам крутить все в могильников, потому что надо дособрать. Дособрать, да, друзья. Тут еще нужен корм, а корма много не напасешься в этой игре. Давайте откроем эти карты. Тут падает, кстати, Сесилия и Оскар. Большая удача. Респен, первая копия. Причем две и Гарво. Смотрите, как круто дают карты. Скрэк и Сатрана, они уже есть и собраны. Тут падает Ведан, это такое. И на этом, видимо, все. Тут пока мы эти сундуки трогать не будем. И тут тоже какой-то конкретный герой. Не забываем, что мы еще получим этого, получается, ПГ с годовщины игры, то есть когда закончится событие. И тут есть 6 фиолетовых карт. Вот куда их открывать? Ну, я даже не знаю. Ну, точно в могилы. Карты-то фиолетовые, это круто, но нам нужен корм. Так, Изабелла, это замечательно. Она, по-моему, собрана. Накачка, прокачка. Так, а нет, нет, нет. Еще одна копия на Изабеллу. И тогда она будет собрана. Тильтур. Так, один. Ну-ка, погодите. Раз, два. А все, Одина собрали. Так, Одина собрали. Давайте мы его уберем. И кого мы сюда поставим? А поставим мы сюда с вами Грежула. Вот. Он заходит на фарм боссов. Там и Изольд, в принципе, заходит. Но он будет собирать у нас звезды. Это неплохо. А можем также вместо Грежула, допустим, кого сюда воткнуть? Бадена. Да, можем Бадена поставить. Пусть тоже собирается. Давайте Бадена поставим. Только поставили, он начал падать. Так, все. Все мы открыли. Еще есть фиолетовые карты. Куда их сейчас будем открывать, посмотрим. Да, давайте бустанем Громил. Так, Вурк, хорошо. Крен тоже хорошо, даже если будет звезды качать. Скрэк тоже идет на звезды. Варек, отлично. Дресс тоже суперский. И в принципе все, кто упали, они все нужны. Так, давайте откроем эти карты. Тоже в Громил. Тут падает Брутусня. Снова Дресс, это последняя копия была. Так, Аноки, хорош.
Ну не зря я открыл, крен идет на звездочку. Антадра нужна, там вроде как одна копия осталась, и падает снова Брутус. Угу. Давайте откроем всю эту синеву. Я сейчас все прокачаю, вернусь, и мы примем решение, куда мы будем крутить за 3 косаря, друзья. Буквально 1 секунда. В общем, друзья, смотрите, что я тут придумал. Мы Пегги с этим раку ловить не будем, бог с ними, короче. Мы в людишках за 3 косаря поймаем недостающие 2 Сесилии, и Сесилия получит белую рамку, это уже будет плюс. В громилах пока без изменений, посмотрим, как дальше у него будет идти дроп, и в принципе я уже сказал ему, чтобы он не торопился здесь. Возможно, следующего героя он прокачает с Криата, но просто надо подождать копии. А может быть ждать не будет и прокачает Нумису или еще кого-то. И в лесниках мы поймаем недостающие 2 копии, получается, Пипы, и на Пипу будет ровно 8 копий. И сегодня мы соберем еще Лорсанчика, потому что Лорсанчик это очень нужный герой. И в Могилорожденных я собрал Изольда, то есть он получил белую рамку, пока не одет и не прокачан. И следующим героем я прокачал как раз таки Одина, потом Нару, потом Изабеллу, потом Бакельтура, Теовин и так далее. Ну и в Небесных у нас все осталось без изменений. Все, давайте так и сделаем. Ставим сюда сначала Сесилию. Я не знаю, будем крутить, наверное, по 3 косаря. Ну и если упадет трипл, это будет какой-то капец, конечно. Так, ну давай, может быть, сразу дабл упадет. Нет, дабл не упал. Дальше опасно крутить по 3 косаря. Может произойти все что угодно. Это мы открываем в громил. Тут падает варок, не скрят, обидненько. И будем крутить уже по 300. Вот, наконец-то мы поймали эту Сесилию. Еще осталось 2 копии. Ну и как вариант, конечно, можно, конечно, поймать вот эти вот Пегги. 2 копии, прокачать ее до мифика, плюс там все дела, все педали. Хочу посмотреть, что еще раз там дается в этих наборах роста. Чтобы себе просто в память. Ну что тут, баночки, 2 свитка, шмотка, 50 эмблем. Ну, я даже не знаю, Раку, в принципе, или Пегги. Хотя, смотрите, какой прикол. Одну копию Раку мы можем взять из сумки, и тогда его прокачать уже до мифика плюс, вот здесь вот в лесниках. А Пегги, допустим, поймать 2 копии. Ну, тогда в пролете останется Пипа. Но здесь есть корм, и можно качать Пегги. Почему бы и нет? В общем, сейчас я еще раз обдумаю все, секунду. Короче, смотрите, что сейчас замутим. Одну Пегги поймаем, другую Пегги мы получим вот с вечеринки в честь годовщины. Итого у нас получается будет 4 Пегги. И тогда можно будет ее поднять до мифика плюс и забрать набор роста. И у нас есть еще Раку. То есть на Раку тоже мы можем поймать одну копию. Итого будет 4 копии. И тоже поднять его до мифика плюс. Но тогда Пипа будет ждать. Да. А вот эту сумочку, ну или как она там, сундучок, пока не трогать, потому что если в ближайшее время, допустим, кто-то нападает или Пегги, или Раку, то мы отсюда возьмем недостающую копию и заберем еще анимационную рамку. А может быть возьмем отсюда флору. В общем, тактично, я считаю, что это будет правильно. Поэтому давайте мы ловим одну копию на Пегги. Да. И одну копию мы получим с события. Все, зашибись. Вот так вот. Погнали. Вот она наконец-то упала. Это плохая девочка. Ну а теперь ставим этого енота. И погнали уже бить его. Может быть сразу упадет. Еще сохраним кристаллы. Да, отлично, отлично. То есть у нас осталось 16800. Мы их никуда не тратим. Мы их оставляем, потому что 23 дня пройдет. Мы еще за это время подкопим, получается, друзья. А сколько у нас эти наборы роста-то будут действовать? Подождите, сейчас мы с вами посмотрим. Еще 44 дня. То есть у нас есть все шансы докачать этих героев на биорамки и забрать все вот эти вот анимационные рамочки и потом их использовать. Ну, в общем, неплохо. Что могу сказать? Неплохо получилось. Поэтому, наверное, будем подводить итоги. Но для начала прокачаем Лорсанчика. Лорсанчик очень нужный герой.
Вот, я не знаю, ульмуса стоит ли сливать или не стоит, но смотрите, если мы два корма вот так задействуем, у нас еще корм остается, чтобы урсанчика прокачать. Да, все зашибись. Ну, ульмус, может быть, потом как-нибудь бафнется. Типа Изабеллы, знаете, Изабелла тоже толком не использовалась. А потом бац, и приехала такая крутая девочка, которая вжаривает, как будь здоров вообще. Монеты героя мы тратить не будем. 108 тысяч, скоро появляется принц Персии. И пока в игре у нас вот такие вот затишья, мы занимаемся лютыми призывами. Да, друзья, тут еще есть мебель. Все это дело тоже откроем. Можем, конечно, сюда уже поставить новых героев. У нас их, в принципе, не так уж и много. И начинаем делать крафт. Заодно посмотрим, как у него вообще прокачанный герой по мебели. В общем, я не знаю, стоит ли качать Альбеда на 9 из 9. Сюда, возможно, можно поставить какого-то другого героя. Давайте посмотрим, кого. Ну, не знаю, докачать, допустим, Твинов. Было бы круто. Вот, Сайлас тоже прокачку заслуживает. Скрэк, безусловно. Тази стоит, осталось две. Если одна упадет, то одну можно добить красной картой. Лика тоже заслуживает 9 из 9, так же как и Айнс. Вот Эцио, не знаю, стоит ли ему сейчас качать. Я думаю, что надо убрать. И Изольд плюс 30, но ему нужна тоже мебель, хотя бы 3 предмета. А вообще 9 из 9. Ну, мебель на самом-то деле вообще больше нужна Грежулу. Грежулу и Деймону. Вот в чем прикол. Хотя Изоль тоже очень хороший. Можно его поставить. Давайте поставим Изольда. Вот, а все остальное меня, в принципе, тут устраивает. Хотя можем и Феникса поставить на перспективу. Ну ладно, как есть, так и пусть стоит. Вот так вот хорошо. Тем более, некоторые герои уже скоро соберутся до конца. И начинаем творить экшен. Может быть, что-то годненькое упадет. Так, ящерка. Окей. Мебели, в принципе, немного. И если будет падать дабы, будет великолепно. Скрэк также упал, причем новая мебель. Ну давай, давай, родненькая. Еще мифик. На тази, причем две. Я не знаю, как бы, ну, дабы, не дабы там. Ну, в смысле, повторки, не повторки. Да, видимо, все-таки одна была повторка. То есть, можно будет прокачать на плюс один. Давайте мы, наверное, это сразу и сделаем. И вот эту вот последнюю мебель, последнюю, мы как раз, наверное, добьем и уберем отсюда тази. Давайте так и сделаем. Все, у этой детки 9 из 9. Очень хороший герой. Сейчас мы ее с вами найдем. Так, в какой она вкладке-то только интересно. Тази, ты где? А, вот она, вот она. Смотрим, где есть повторка. Вот она, эта повторка. Нажимаем на И, усиление, и выбираем эту повторку. И усиливаем на плюс один. Все. Так, плюс один есть, тази есть. Давайте уберем ее из списка желаний. И кого мы сюда поставим? Кого мы сюда поставим? Сайлоса можем поставить, подкачать. Урсанчику 3 предмета мебели тоже будет хорошо. А можем поставить Феникс. Вот, пусть стоит Феникс. И к тому моменту, когда он ее соберет на белую, она уже будет с мебелью. Все, так и делаем. То есть работаем на перспективу. Тут падает Изольд. Снова, снова зелененький. Мы такими темпами ему соберем уже 3 предмета. Так, твиняшки. Деймон. И еще 20 тысяч. Давайте быстренько оптимизируем. Угу, на твинов. Получается, надо еще 3 предмета мебели. Эстра 3. У Изольда 2. У Деймона 5. И пока еще никакие легендарочки ему там не упали.
Давайте добиваем. Скрэг. Скрэга надо делать 9 из 9. И буквально последние монеты по. Дэймон снова упал. Так, и все, и на этом наше счастье закончилось, и две красные карты. Так, у Дэймона уже 6, надо еще 3. И он тоже будет готов. Так, хочу посмотреть общую картину. Общая картина такова, что у нас 6 у Айнза, 6 у Твинов. Угу, на Скрэга 2, на Изольда 2. По другим тут пока плюс-минус, да? Но вот эти карты я пока бы не трогал. То есть я посмотрю, если... Или точнее, он уже посмотрит. Если в ближайшее время упадет на Айнза, то можно добить 9 из 9 и просто убрать. Можно, конечно, сделать переработку. А, она у него автоматически перерабатывается. То есть он даже легендарную не ставит. Не, надо вот как бы легендарную-то оставить. Потому что ее можно воткнуть сюда по героям. А тут есть кому ее ставить. А она у нас, оказывается, автоматически улетает, друзья. Так, еще лесникам мы получили красивую вот эту вот фигню обои, или как они называются. И, в принципе, все на этом. Как-то так. Вот так вот мы открыли мебель. Да, и давайте подведем итоги. В общем, по героям тут вы все сами видите. Пегги еще одну копию будем качать. Сесилию прокачали на белую. Остальных пока я бы не поднимал. Хотя корм есть. В громилах тоже ждем. В лесниках Лорсанчик. Следующий герой будет Раку. До мифика плюс и набор роста. Потом, скорее всего, Пипа. Потом Горво. А может быть и Респен. Там уже посмотрит. А может быть будет падать Салиса. В могилах Изольд. Также есть многие копии на других героев. В небесных мы Феникса прокачали до мифика, это очень хорошо, надо ее одевать и прокачивать ей персоналочку. И в подземных особо тут без изменений. Так же, как и в пространственных. Изначально все было, все и осталось. На этом все. Спасибо Семену за его аккаунт. Неплохо мы его бустанули. Ну и есть задел на будущее. Самое главное, чтобы он просто так не потратил эти кристаллы. Мне ему надо будет обязательно написать. Всех обнял и всем до скорых встреч. Пока-пока, друзья.